Итак, мы... Кстати, мы буквально, если вы видите, над крышей дома, прямо по центру колокольни, есть еще один кусок стены. Это не стена, это золотые ворота, которые я вам уже показывал. Я в долине это все пересниму, потому что я уже обновил. Это было в первый день съемка. Сейчас я уже немножко ориентируюсь лучше, потому что все-таки годовой давности у меня были на момент съемки сведения. И вот эти золотые ворота, они прямо сейчас напротив нас. И мы подходим... Оцените, пожалуйста, масштаб этой постройки. Это называется Юго-Западная цитадель. Вот. И мы идем к ней. Я сегодня попробую опять сделать пиратское видео. Пиратское в том смысле, что вся эта территория ограждена, и туда, к сожалению, проникнуть нельзя. Наверное, она ограждена еще и в целях безопасности, но я знаю точно, что там сейчас живут люди, вот, которые, естественно, не хотят, чтобы их покой тревожили. Вот. И стена, которую мы все время видели, да, она фактически начинается вот от вот этой вот слева стены, да. Давайте посмотрим. Это очень массивное сооружение. И дальше была надстройка. Я, к сожалению, видите, посмотрите, какие арки мощные. Вот. Здесь была башня очень серьезных размеров. В бухте, наверное, она была самая высокая. Ведь там, где я сейчас стою, буквально на этом месте, здесь ничего не было. Ступеньки были гораздо выше. То есть вход, люди заходили вот от этого камня. Здесь, я так понимаю, все-таки местные панки. Они знают, как сюда проникнуть. Я, конечно, хотел бы попробовать это сделать. Если у меня получится, я все-таки это сделаю. Совершенно, по-моему, потрясающее зрелище. Да? Вот, и бухта. Сейчас мы залезем на гребень. Я сейчас выключусь, потому что боюсь грохнуться.